поселке Афипском стартовали зональные соревнования по волейболу в рамках 27-х сельских спортивных игр Кубани. В соревнованиях принимает участие 44 муниципальных образования края. Состязание проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и создания условий для занятий физической культурой в сельской местности. В турнире участвуют жители Краснодарского края в возрасте от 18 лет и старше, всего 352 человека. Коллективы, занявшие первые и вторые места в своих группах, пройдут финальную часть турнира, которая пройдет в Геленджике 15 и 16 февраля.